Вот эти 4 новых аппарата новые только для 4-й городской больницы, но не для Сочи. Раньше это дорогостоящее оборудование возвращало остроту зрения пациентам 8-й Краснополянской больницы. Но там оказалось не настолько востребованным, насколько в нем нуждается 4-я городская. В 8-й больнице в Красной Поляне меньше пациентов. Наше отделение, оно является с 2008 года специализированным отделением, которое обслуживает население от Адлера до Топца включительно. То есть такой огромный участок, практически где-то 500 тысяч приписного населения. И вот офтальмологический профиль обслуживается только в нашем отделении. Благодаря новому оборудованию теперь для обследования, например, глазного дна не нужно прибегать к использованию неприятных капель для расширения зрачка. Все и без них сделает вот такой аппарат, который фотографирует глазное дно. А это немецкое чудо техники «Иолмастер» – аппарат для расчета искусственных хрусталиков. С его помощью за считанные минуты производится точнейшее измерение биометрических параметров глаза. Таким аппаратом может похвастаться не каждая частная клиника. Если раньше нам необходимо было непосредственно контактировать с глазным яблоком для расчета искусственного хрусталика, то сейчас все эти измерения выполняются бесконтактным методом. Аппарат с помощью лазера снимает все необходимые показатели и с помощью его калькулятора подсчитывает необходимый искусственный хрусталик для данного конкретного пациента, который потом в ходе операции может имплантироваться. А с помощью этого, как здесь говорят, искусственного интеллекта можно измерить поля зрения. Полезная диагностика, ведь, как известно, нарушение или отклонение в их работе может быть сигналом о болезни глаз. А совсем скоро в 4-й городской появится еще один уникальный аппарат. В марте, приблизительно апреле, мы планируем получить новый зеленый лазер для лечения такого тяжелейшего заболевания, как сахарный диабет. Хотелось бы отметить, что в системе УМС в городе Сочи такого лечения не было. Сейчас мы, как только получим этот аппарат, будем рады видеть пациентов, помогать им. С начала этого года в глазном отделении 4-й горбольницы организована консультация лазерного хирурга. Он уже прошел дополнительное обучение в краевой столице. По медицинскому полису все обследования на новейшем оборудовании пациенты могут пройти абсолютно бесплатно. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.